Всем привет! Сегодня в Уфе очень-очень классная погода. Было облачно, был метель. В Уфе было минус 4, а Чекмагуше временно минус 1. Руслана Нурдинова арестовали. На завтра у нас прогнозируется со стороны Белого дома южный негативный ветер и ожидаются временные посадки. Вероятность посадок 90%. Ну, что хочу сказать, друзья. Мои прогнозы, они сбываются. И там, где мы, всегда светло.